Вот. Разбираем деньги по сортам. Деньги разбираем по сортам. Там кто-нибудь тебя смотрит, нет ли дождя? Так, значит, вот, смотрите, еще есть тысячные купюры разнообразные. Давайте, большие купюры. А по сортам, давайте. Вон еще тысяча. Предварительный прогноз, я думаю, 10 тысяч. Вот. А там посмотрим. 5-6. Не, больше. Больше 10. Я думаю, что больше. Больше 10. Ставим ставки. Так. Я ставку взял. 4. Банка. Нет. Банк. Так, 4 тысячных купюр обнаружено. Так, пятихатки есть еще? Давайте, пятихатки еще водятся. Смешные русские деньги. Так. Да просто давно их я еще не видел. Так вот, смотри. В таком количестве. Забыл уже, наверное, как определить настоящий. Отечественная валюта выглядит. Не, ну не то, что забыл, как выглядит, но как ощущается по-другому. Скажите, вот стоимость 22.50? А? 20, 27. Бумажный, давай, 9. 35. Сколько это у нас всего сотен получается? Так. 42, да. 52. 62. 76. Счастливо всем. Счастливо, пока. Да, пока. Все остальное мелочь, видите? Мелочь? Здесь, да, давайте посчитаем, сколько уж там что получилось. Так. Чтобы уж на статистике. Так, 90 рублей. 5 рублей. Так, 30. Так, 20. 50, значит? 50, да. 50. Так, по-моему, 51. И 51.40. Сейчас подумаем. Так, а ну пойдем. 51.40, так. Ну что, давайте тогда попробуем посчитать общее количество. Давай, 15 тысяч. Да, мы посчитаем уж уточненно. Ну, давай, все как все посчитаем. Для народа. А где моя пенка? О, привет. А ты? Все. Все разгрузить. Аккуратно. Лишние вещи. Так, все 7 килограмм масла. Потом. Спасибо, парточка. Что раз считаем? А ты стоп? 14781, да? Да. Это же так же. Я не угадал. Так, 421 и 40 копеек. Давайте напишем. Так, напишем что?
Сегодня у нас 3-го, 06-го, и еще 13-е. Плюс код ЛП найдено. 4781 Р. 40 копеек. До сих пор сейчас. Тим Рейли нет. Ну ладно, видно. Так, давайте сейчас могут присутствующие оставить автографы, чтобы такой акт мы сделаем. Давайте, может и здесь. Акт, да. Я прячу, пока на сковороде не съели, прячу содержимое акта. Вот. Пачка такая солидная. Если это тысячной стороной показывает, это кажется очень много. Если этой стороной, это уже не так много. А если этой стороной, такая большая пачка. Так. Ну и хорошо.